острова, на котором находится статуя свободы в американском городе Нью-Йорке, эвакуировали 4,5 тысячи человек из-за забравшейся на ногу монумента женщины. Нарушительницу порядка арестовали, сообщает The New York Times. Инцидент произошел 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, один из самых загруженных туристических дней в году. Тереза Акуму, взобралась на ногу статуи в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. На требования прибывших полицейских слезть с монумента она ответила отказом, ее пришлось спускать на землю силой. Протестующая размахивала футболкой с надписью «Восстань и сопротивляйся», «Resist», названием политического движения против американского лидера, передает Opinions. В своем твиттере Resist Racist написала, что действия Акуму не связаны с мероприятиями организации. Ранее в тот же день полиция также арестовала на острове семерых членов движения, которые проводили возле статуи демонстрацию против политики нулевой терпимости в отношении мигрантов. О начале политики к нарушителям миграционного законодательства США объявили в апреле. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали, задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.